Ну что, друзья, мы рады вас приветствовать на нашем канале. К сожалению, спешим с вами поделиться печальным известием. Сегодня рано утром в одну из больниц города был доставлен российский актер театра и кино Денис Шведов. По всем данным, которые сейчас есть у нас, он был обнаружен недалеко от своего дома в парковой зоне на скамейке. Возле него находились пакеты с продуктами. Сейчас он находится в больнице, медики оказывают ему медицинскую помощь. Сообщается о том, что он ушел домой из магазина с покупками, ему стало плохо, он присел на скамейку и потерял сознание. Более подробнее об этой всей трагедии мы сможем вам рассказать уже завтра рано утром в нашем новом выпуске. Следите за новостями и будьте всегда с нами.